Макс Рэп. Сейчас же, без оправданий, без... Они же мерч можно? Делали. Нет. 7 секунд реакции можно? Нам платили, Вадим. Я бы выключил. Нам платили, давай. С хуйни у тебя есть около 10 секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести семью. Ничего, нормально занимаемся. За 10 секунд? Ну это нереально. Майтек снасть колпак, твоя мама получила инфаркт, нахуй бил, нахуй плак. Убивает бубаебов на битах, чтобы не было со мной, но я останусь на века. Мой слот стреляет, как бенга-бенга, она донизу промокла от сленга-сленга. Я кидаю на завтрак за лупу блендер, здесь лига охуевшего интернета. Прыгай, тобой слайм, прыгай, делай слайд. Этот трек настолько черный, будто знамя Джексон 5. Вылетаю со стволом в руки, как первым Думиника. Письмуки дырявый були, как слава бустер. Ты долбоеб, ты не делал куни. Бля, зима. Это бейслайн бизнес, тест на крысу. Ты не вывез, вайбит минус. Ты ед ногами вынос. Это бейслайн бизнес, тест на крысу. Бейслайн бизнес. Да, это типа Билайн. Ой, Что? Бензопила? Человек-бензопила? Что? Друг, как его зовут? Мазелов. Спасибо. Друг. Смотри, как он уже себя сокращает, Мазелов. Мзлов. Ну, что-то так давно. У него канал так называется. Блядь, непросвещенный человек. Ты не знаешь, что изнутри надо траву, но сквозь это и вырубит. Понятно. Ну ты молодец, сам влез, сам и не сам. Сразу первым идет на место. Без лести, чел, респект тебе на весь нет. Красава, сука, даже песни пел. Мы ВС, рэп и КНГ, банда. Мы строим деп, но лихуем по гланды. Правда, пидора, захавай наш пулинг. Теперь и на всех площадках шоу пуля. Это бейслайн бизнес. Мне нравится, как выглядит клип. Мне нравится переход в начале через рот, который. Мам, мне так рот понравился. Рот прикольно было. Ну, клип ни о чем. Мне нравится свет, мне нравится вот эта лампа, которая там появлялась. Ну, такими моментами. Дешевый, на самом деле. Ну, не знаю, дешевый, не дешевый. Все равно надо локацию. Музыка нет. Мне такая не нравится. Музыка мне, ну так, не особо. То есть, когда-нибудь давно мне бы очень нравилось это. То есть. Когда я был школьником, такой рэп клёво, мне понравился. Так, разве такой был жанр? Не было же такого жанра музыки, в принципе. Нет, такой, знаете, типа техничный, очень так четко хуярит, стелит по биту, там все классно, да? А клип очень простенький, в одной локации просто поснимали, вот так вот, почитали. Ну, мне понравился переход через рот. Да, переход через рот был классный, да, интересный. Ну, все остальное такое себе.